Сегодня в Ростове стартовал всероссийский конкурс профмастерства среди строителей атомной отрасли. За звание лучшего будут бороться проектировщики, геодезисты, сварщики, прорабы со всей страны. Соревнования проходят по 15 номинациям. В них участвует около 300 специалистов из 60 предприятий, занимающихся строительством атомных электростанций. Конкурсная программа рассчитана на 2 дня. Именно победителей назовут в пятницу. 6 блоков мы строим в Российской Федерации, и 35 блоков сегодня находятся уже в портфеле, да, зарубежных заказов. Таким образом, сегодня «Росатом» находится вообще на первом месте в мире по объему заказов сооружения энергоблоков АЭС. Да. 60% рынка сегодня принадлежит «Росатому». Это можно портфель реализовать, эту программу, только являясь технологическим лидером. Да, и сегодня вот как раз этот конкурс, он направлен на поддержание технологического лидерства.